Дорогі глядачі, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. І у нас сьогодні довгождана, довгоочікувана розмова із нашим дорогим гостем Романом Світаном, полковником запасу, інструктором, льотчиком і ветераном російсько-української війни. Пане Романе, вітаю вас. Приветствую. Тож, у нас сьогодні день після саміту НАТО. Вже всі, здається, різні аспекти обговорили, поділилися емоціями, подискутували. Вже навіть посол України в Британії, Великій Британії, Пристайко президента розкритикував, назвавши його відповідь Бену Уоллесу нездоровим сарказмом. Я маю на увазі про недостатню кількість вдячності українців Великій Британії щодо допомоги, щодо оборонних пакетів і так далі. Там така виникла заочна полеміка, чи то дискусія між Беном Уоллесом і українською делегацією. Отже, я би хотів почати із питання, які у вас враження від цього саміту НАТО, бо багато хто сподівався, що буде ця подія історичною, що буде вона проривною у сенсі формування політики оборонної проти Росії. Чи ви згодні з тими, хто називає цей саміт і дії Альянсу, його ключових членів, недостатньо рішучими? Ну, дело в том, что ничего необычного не произошло. Никто не надеялся, что нас примут в НАТО. Примут, это имеется в виду, вот уже объявят, что нас приняли. Была надежда на то, что нас пригласят в НАТО. Пригласят, это значит, дадут разрешение на заключение 31, ну, если Швеция будет принята, 32 договоров. Это очень длительный процесс. Вы представьте, 32 договора с каждой страной НАТО надо заключить, расписать действия, помощь. Ну, очень много параметров. Это до года занимает минимум. То есть, по крайней мере, пригласить нас бы могли в НАТО, этим самым прикрыв от Путина, прикрыв таким просто приглашением от наездов Путина на требование не вступления в НАТО. Ну, то есть, а вот не пригласив нас в НАТО, не пригласив всего лишь, не вступив, а не пригласив на вступление, дали Путину еще целый год времени нас кошмарить. То есть поиздеваться над Украиной, поубивать украинцев в надежде на то, что украинская нация, военно-политическое руководство согласится на внеблоковый статус. Ну, то есть как-то этим делом поуправлять. Вот дали ему такую возможность. Потому следующие смерти украинцев на поле боя и под бомбежками, вот часть лежит именно на НАТО, на членах НАТО, на тех, кто вот не дал нам, не прикрыл нас от Путина такой возможностью, хотя она была. Ничего страшного с НАТО не произошло, потому что можно было задержать, даже одна страна могла бы задержать вступление в НАТО, вот как сейчас делает это Турция по Швеции. Одна страна что-то не согласовывает, и можно держать до второго пришествия. Потому могли бы, по крайней мере, вот так попытаться нас прикрыть. Но не схотели. А раз не схотели, значит, это значит были какие-то договорники до этого. То есть, скорее всего, они связаны с контактами Бернса и Патрушева. Они были, вот Патрушев признался, это ФСБ. Сынок его руководит Россельхозбанком. А так как сейчас уже Гутерреш начинает предлагать подключить Россельхозбанк к СВИФТу, то это вот общие все договоренности, которые сейчас вылазят. Вот после того, как были согласованы эти переговоры, по крайней мере, был контакт ФСБ с ЦРУ. А мы их сейчас будем видеть. Вот не принять, то есть не приглашение нас в НАТО, это часть договоренностей, подключение к СВИФТу Россельхозбанка, а это значит миллиарды долларов россияне будут получать на закупки вооружений. Тех моментов, которые им не хватает. На закупки элементной базы, на производство снарядов, патронов, ну и всего остального, что убивает наших солдат и украинцев в Украине.
То есть вот, вот эта зерновая сделка, я когда-то это целый год говорю, будем кровью харкаться от этой зерновой сделки. Вот это, эти плевки должны быть в морды этих зерновиков наших, украинских, которые эту зерновую сделку вообще толкнули. Это их конкретная вина. То есть то, что они сделку заключили, с их подачи была заключена сделка с Россией. Вот сейчас Путин получит открытие, подключение к СВИФТу. Ну, понятно, Патрушев, но это тот же Путин. Потому ничего такого необычного, по крайней мере, не произошло. Да, мы на что-то надеялись, там, что кто-то нам там подмигивал, вот что-то мы там получим. Ну, ничего мы не получили из того, что, в принципе, не должно было быть. Потому здесь никаких в этом смысле эмоций, ну, точно не надо, если не ожидали. Ну, что, надеялись на что-то, ну, не сложилось, по крайней мере, на данном этапе. Ту пачку документов, которые они там под видом гарантий притащили с НАТО, это наши дипломаты, которые почему-то называют там полкилограмма бумаги гарантиями безопасности, но это не кривят душой. Бумажка, на которой было написано Будапештский меморандум, это не было никакой безопасности. Так и вот эти гарантии безопасности от G7, которым махают наши политики, ну, это сродни примерно «будем жарить шашлыки в мае». То есть это с той же самой серии. Это никакие не гарантии безопасности, это просто полкилограмма бумаги А4. На ней написаны определенные, может быть, договора по помощи нам финансовой, может быть, военной, может, еще какой-то. Но это простые стандартные договора о помощи. Большое спасибо вот за это надо однозначно сказать тем людям, которые участвовали в этом процессе, в этих договорах, и тех, кто дает, и кто участвовал. Большое, конечно, спасибо. Нам этого не хватает, нам этого не будет хватать, пока мы не победим Россию, пока не восстановимся. Потому было бы лучше, чтобы это было всего больше. Надо только благодарить. Ну, а те какие-то непонятки, связанные с высказываниями президента или, там, допустим, с его эмоциональными какими-то моментами, ну, так а как можно... Это, вернее, понять можно человека, который отвечает, он верховный главнокомандующий. У него каждый день приходят сводки, сколько у него погибло военнослужащих, которым он имеет прямое отношение. Он верховный главнокомандующий. Вот ему каждый день показывают, сколько человек погибло, сколько человек ранено, и какие у него, как у него не может быть эмоций. У него, понятно, будут эмоции, может быть. Даже у нас военных и то эмоции иногда проскакивают. Но он все-таки гражданский. Потому здесь надо нашим партнерам с пониманием относиться к таким эмоциям. Только это может подвигнуть. Вот когда у них будут вот такие сводки, у того же Бена Уоллеса, вот он министр обороны, да, и занимается, по крайней мере, обороной в Англии. Вот когда к нему будут такие сводки по погибшим приходить, вот я бы на него посмотрел. Какая бы у него была эмоция, куда бы он бежал, и как бы он на это реагировал. Потому ничего страшного не произошло. Движемся дальше в НАТО однозначно. То есть мы можем восстановить ядерный статус двумя путями. А это именно реальная гарантия безопасности, восстановление ядерного статуса. Двумя путями. Произвести ядерное оружие, мы это можем сделать, и носители. Либо вступить в НАТО и попасть в программу, мы о ней уже говорили, программа обмена ядерным вооружением. Можем быть там шестой или седьмой страной, как повезет, по крайней мере. Потому однозначно в НАТО воюем, у нас противостояние, у нас война с сильным противником, больше 300 тысяч человек на нашей территории находятся, их надо всех перемолоть. Для этого перемалывания нам наши партнеры дают определенное количество сил и средств. Мало, недостаточная номенклатура. Некоторые дают с ограничениями, очень не нравится, когда дают штормшеду и не дают бить по военным объектам в Крыму. Большой вопрос тем, кто дает. Кстати, к тому же Бену Уоллесу, может быть, и вопрос. А чего это дали нам английские штормшеду и что запретили бить по Крыму? А Бен Уоллес что, не знает, что Крым это
украинская территория? Вот это у него спросить бы надо было бы. Сейчас дал Макрон, Франция передала большое спасибо, несколько десятков скалпов ЕДЖИ, тот же, что Storm Shadow. То есть посмотрим, куда они полетят. Если они пойдут, опять же, по материковой Украине, то будет и к Макрону вопрос. Он что, не знает, что Крым – это украинская территория? Ну, это все надо степ-бай-степ. Нам свое робить. Потому идем дальше, двигаемся по фронту. Есть хорошая положительная динамика по фронту, потому все хорошо. До фронту обов'язково дійдемо зараз. Власне, мене теж здивувала ця репліка, бо тут емоція на емоцію наклалася. Не можна сказати, що Зеленський якось надто емоційно відповів на прес-конференції. Його запитали. По-перше, його навели на цю відповідь журналісти про Бена Волеса і його фразу, що Велика Британія – це не супермаркет Amazon чи не онлайн-магазин Amazon, і треба бути більш вдячними. Ну і відповів Зеленський в своєму стилі, в принципі, але емоційний заряд дав міністр оборони Великої Британії в цьому випадку. І тут мене дивує, що наш посол у Великій Британії, Пристайко, собі дозволяє коментувати слова президента. Дипломат – це той же солдат, тільки на іншому фронті. Він мав би спокійно виконувати свої функції. У нас такий неспокійний був посол Андрій Мельник у Німеччині. Зараз бачу, Вадим Пристайко теж собі дозволяє певні вольності, скажімо так. Ну, менше з тим, це така бічна лінія історії цієї, але про озброєння питали і в Зеленського, і в Байдена про ракети Атакамс. От ми з вами про Storm Shadow, про Скальп говоримо, з Німеччиною про Таурус ракети йшла мова, відмовляються, не хочуть давати. І Байден так само так ухильно відповів, сказав, що я знаю про Атакамс, ми обговорюємо це питання, але, на мою думку, зараз Україні більше потрібні артилерійські снаряди, і ми працюємо над цим питанням. Отака відповідь. Як вона вам, і чи є зараз, чи зросли зараз шанси після цього саміту НАТО, що нам ці ракети нададуть? Нам не дають Атакамс как раз из-за тих же договоренностей, о которых я говорил между Бернсом и Патрушевым. Или там, 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 до речі, там до речі, я додам, що Бернс з Нарышкиным спілкувався ще під час... Извините, да, на Нарышкиным. Ну, он с Нарышкиным разговаривал. Это служба внешней разведки. А по Патрушеву это как раз вопрос этот самый, по Россельхозбанку. Да. У него контакт с Нарышкиным был, это СВР. Так вот, это все звенья одной цепи. Есть договоренность о непередаче Атакамс. Она на что-то была завязана, когда она возникала. Допустим, когда возник вопрос по Атакамсам, нам сначала должны были их дать. Дальше россияне что-то предложили американцам, чтобы нам не передавали эти баллистические ракеты. И вот это что-то, оно могло кончиться, оно могло куда-то утечь или, может быть, передоговориться как-то можно или нужно, или возможно ли передоговориться. Потому пока эта договоренность есть, Атакамса мы не получим. Бернс о ней знает, но не скажет, пока в подвал не попадет в ДНР. Потому этот вопрос вот чисто этого договорника участвуют в нем как минимум два человека, Бернс и Байк. Такая же договоренность по авиации, потому что ничего не сдерживало передачу авиации, кроме как пока, по крайней мере, не передачу Су-35 Ирана. Хотя там идет уже полный ход и обучение летчиков иранских на Су-35, но это Израиль тема, потому они ее как-то пытаются подлоббировать, а так как израильтян хватает и в нашем правительстве, и в московском, и в американском, потому они этот момент удерживают, по крайней мере. Мы самолетов пока не видим. Сказки слышим, платочки видим, эмодзи на каких-то самолетах видим, но самолетов не видим. Потому и раньше, я так понимаю, месяца чем через три они точно у нас не появятся, хотя уже, по-моему, Кулеба начал заряжать, что вообще готовьтесь к концу марта, то есть в следующем году. Кінець першого кварталу наступного року, аж тоді будуть F-16. Тобто спочатку ми вже чекали їх на кінець цього року, на січень максимум 24-го року, вже кінець першого кварталу. Відсувають і відсувають ці терміни. Да, тільки залишається одне слово кінець, а от все остальное міняє. Тому где-то нас там і все це чекає. По поводу самолетов. Ну, посмотрим, как это все будет. Летчики, по крайней мере, исходя из тех заявлений, которые уже есть, и поляков, и румын, и датцев, норвежцев, и англичан,
хотя бы летчики начнут готовиться, хотя бы как-то уже начнут, ну и техники в том числе. Потому это все дело в договоренности. Вот пока эти договоренности не рухнут или они не закончатся, они же могут закончиться. То есть договоренность на какое-то время, она потом заканчивается. Она может возникнуть новая договоренность, передоговоренность. Потому пока это не война, это пока договорники. И вот договорники давлеют над полем боя. И вот как только договорники давлеют на поле боя, на поле боя происходит что попало. И вот это, что попало, иногда мы слышим, видим и комментируем. Ну, пане полковнику, от якщо орієнтуватись на ті дати, які ми почули стосовно авіації, от вас, як у льотчика військового, хотів би запитати, як змоделюємо ми тоді тривалість цієї війни? Ми розуміємо, що, напевно, без авіації, без переваги в повітрі, хоча б локальної, там над полем бою, скажімо, в районі Мелітополя, чи кримська операція без авіації немислима, очевидно, ну так мені здається, як такому дилетантові з боку, так? Тобто, якщо наші льотчики пересядуть на F-16, скажімо, у березні, і вже зможуть їх застосовувати наступного року, то скільки ще триватиме ця війна в такому разі? Нам потрібно буде ще щонайменше півроку на новий наступ, вже літній наступ чи контрнаступ, так, 24-го року. Тобто ще рік собі відкладаємо в календарі, закладочку ставимо на наступний рік, що війна триватиме до кінця 24-го року. Если наземные войска готовы к движению, ну, они оснащены достаточным количеством вооружения, вот как сейчас у нас, наши войска реально готовы к движению. Если наземные войска готовят к движению, то наличие авиации заканчивает любую кампанию такого уровня, как у нас, и такие, как были последние три десятка лет, вот с бури в пустыне и дальше, заканчивают в течение 3 месяцев. Это уже под завязку, так сказать, под разрезание ленточек. 3 месяца надо, но должно быть достаточное количество бортов, то есть хотя бы, ну, 3 бригады. Минимум 1 по одному направлению, но направление всегда 3. Одно основное, 2 второстепенных. Потому по 3 направлениям должно быть 3 бригады, это около 120 самолетов. Если дадут 1 бригаду, то направление 1. Потому как только появится от бригады и больше, от 40 самолетов и больше, которые готовы выполнять боевые задачи, но с полной системой поддержки самолета. То есть сам по себе F-16, это в принципе старый 40-50-летний самолет, который не выполнит и 50% тех функций, если нет у него системы поддержки. Это определенные системы радиотехнической разведки, это определенных систем радиоэлектронной борьбы, это определенных систем самолетов дальнего радиолокационного обнаружения целеуказания, ДРЛО, АВАК-система, это спутникового контроля. То есть это целый спектр еще сопутствующих моментов, которые, без которых F-16 это просто железка с крыльями, с одним двигателем и с летчиком, который думает, а что с этой пушкой делать, в конце концов, которая там бьет на чуть больше километра. То есть, и, кстати, летные качества у F-16, ну, намного ниже, чем именно летное качество, ниже, чем у практически большинства российских самолетов. Все сушки, любая сушка F-16 по полетным характеристикам засунет и очень далеко, и глубоко. А вот с авионикой и с вооружением F-16 тут уже король. Но и, опять же, с системой, вот этой, с общей системой, которую я сказал, по поддержке РЭБом, то есть радиоэлектронной борьбы, целеуказания, то есть полный спектр поддержки работы F-16, то есть вооружения. Потому как только они появятся, плюсуйте 3 месяца, война заканчивается. Если они появятся в марте, значит, к июлю война закончится. Закончится, вернее, победой Украины. То есть мы разобьем российскую армию. Где бы они там ни находились, все равно где, в любом месте. То есть F-16 выполнит эту задачу. Потому их нам и не передают. Если бы нам передали их в прошлом году, война бы закончилась к концу прошлого года. Если бы нам передали их сейчас или там весной, война, мы бы уже сейчас разговаривали о Крыме, о Южном Крыме и о Донбассе.
Если нам передадут их в октябре, то у нас есть еще момент закончить эту войну в этом году. Если в конце сентября, в начале октября зайдут F-16, то, еще раз повторюсь, в достаточном количестве. Пары, звена, даже эскадрильи не хватит. Нужна полноценная бригада, 40 самолетов. То к концу этого года мы можем закончить войну разгромом российской армии. Они будут просто бежать. После того, как зайдут F-16, начнут работать, даже в одном месте, со всех остальных мест российская армия просто убегит, попытается скрыться за границей с Украиной. Так виглядає, що наші партнери західні розтягуються задоволення, їм ніби подобається спостерігати за тим, що попало, що відбувається на полі бою, як ви сказали, і літаків не дають, і вже от терміни відкладають і відкладають. І в нас складається таких два наративи про нашу перемогу чи про подальшу підтримку України західними партнерами. Одну озвучив президент Чехії, донедавна армійський генерал, до речі, не просто політика, людина з військовим досвідом, з досвідом командування і планування операції Петр Павел. Він сказав напередодні чи в ході саміту у Вільнюсі журналістам таке, що, на його думку, вікно можливостей для України відкрито цього року. Тобто от зараз, до кінця року, треба здобувати перемоги, треба звільняти українські території, і союзники це активно підтримають, побачать ці успіхи і будуть надавати все, що необхідно. А вже наступного року може ця підтримка, так мовити, різко впасти вниз, зменшитися, і вже в України не буде того карт-бланшу, чи тієї підтримки, чи того вікна можливостей, яке зараз є. Але, якщо ми говоримо про F-16 і неможливість без них закінчити без авіації потужної цю війну, то в нас вже є терміни на наступний рік щодо авіації. Цього року її ми не побачимо аж ніяк. Тобто те, що каже президент Чехії, екс-генерал, та натівський чеський генерал, суперечить тому, що робить Вашингтон, що роблять наші партнери по НАТО безпосередньо. Якщо хочете цього року, щоб ми закінчили, так давайте літаки. Чому є оці дві різні версії подій, два різних бачення? Просто таке враження, що не ознайомили президента Чехії з тим, що собі планують у Вашингтоні? Ну, то, що планують в Вашингтоні, по-моєму, самому Вашингтоні ще не розуміють. Діло в тому, що дуже складно динаміку боев просчитать и отношение 40-миллионной страны. Они же этого не берут во внимание. Вот у них проблема в Вашингтоне, они не берут во внимание настроение 40 миллионов украинцев. А это очень много чего знает. Вот это вот невзятие во внимание этого настроения, отношение к россиянам, отношение к войне, отношение к американцам даже, только не ко всем, а вот именно к этой обамовской шобле, которая сейчас руководит Белым домом. Вот к ним же отношение негативное после того, как Обама подарил или обменял или продал Крым в 2014 году. Война-то из этого уже 10-й год идет. К ним есть такое негативное, мягко скажем, отношение. Это Клинтон, Обама, Байден. То вот этого они не берут во внимание, потому просчитать толком ничего не могут. Потому они не просчитали, вернее, не просчитали, что Путин за 3 дня захватит Киев и получит Украину, как они в 2014 году подарили, продали Крым. Они так же само, скорее всего, и в прошлом году подарили, продали Украину Путину. Потому 3 дня они сидели, ждали, а потом на 4-й день они начали думать, а где же мы там просчитались. Потому вот эти счетчики в отрубы были такие когда-то в Советском Союзе, счетовод в отруба. Так вот, вот эти в отрубы там не досчитывают, скорее всего, считают на тех же счетах. Они калькуляторов не видели настоящих. То есть, потому не просчитывая нашего отношения, они там себе чего-то налепили. Это я так уже вижу, потому что они что-то там себе слепили, вот то, что они себе слепили. Они согласовали с Китаем и с Путиным, с Россией. А теперь то, что они там себе слепили, они пытаются везде просунуть. И включая в том числе в Украину. Примерно они просовывают такую операцию. То есть движение сейчас до Азовского побережья, где-то так, в ту сторону называется. Максимум до границ 24 числа. Могут договориться с Путиным, что он туда отойдет, до этих границ.
допустим, как-то отойдет на Донбасс, то есть отдаст Запорожскую и Херсонскую области. До этого могут договориться, они же договорились, чтобы он ушел с правого берега Днепра. То есть до чего-то, то есть вот такое движение, это может быть, такой расчет у них есть, это все может произойти до конца этого года. Ну, то есть вот мы сейчас начнем дальше двигаться, Путин вроде как огрызаясь отойдет, потом зависнут все на Донбассе и в Крыму запечатываются, ну и потом будут ждать конца года для того, чтобы, а вот для того, чтобы что? Для того, чтобы украинское военно-политическое руководство подписало или ратифицировало, или еще как-то те договоренности, которые в прошлом году, 27 марта, были переданы россиянам на подписание. То есть с помощью Беннета, Абрамовича, который себе там нарахамил в свое время сброс санкций. То есть Беннета работа, Израиль опять потоптался уже в суе. То вы маєте на увазі ці стамбульські протоколи? Да, стамбульські протоколи, там были договоренности, все их уже подтвердили, начиная от Арестовича, наверное, как он там участвовал во всех этих делах, и заканчивая самим Путиным. То есть эти все договоренности, которые были предложены, по крайней мере, они опять возникнут, может быть, с какими-то корректировками. И дальше будут пропихивать эти договоренности, ну, во-первых, военно-политическое руководство Украины, а потом в украинское общество. Вот называется невпихуемое. Вот они будут пытаться впихнуть невпихуемое. Когда поймут, что с этим ничего сделать нельзя, потом будут думать что-то другое. Так вот, Павел об этом знает. И он об этом и предупреждает, что, ребята, вот у нас по этим договоренностям тут вот такая вот коллизия получается. Вот сколько вы сейчас куда-то дойдете, потом вас будут усаживать для того, чтобы добить до этих договоренностей. А там Крым и Донбасс российский на 15 лет, надолго, внеблоковый статус, именно же это оттуда все. То есть из этих договоренностей, почему нам и не открыли двери в НАТО, потому что в этих договоренностях у нас внеблоковый статус. Мы должны сами отказаться от курса в НАТО. Естественно, потерять Крым и Донбасс, и дальше весь политический процесс следующего года в трех странах в Америке, в Украине и в России. Вот о чем говорит Павел. Он об этом предупреждает, и об этом вроде как все знают. А он как генерал, он же прямой как угол дома. То есть он то, что знает, то, что думает, то и говорит. И он так и предупреждает. Вот такой расклад для вас, казаки. Тут вы сколько сейчас завоюете, столько типа и ваше. Потому, исходя из этого расклада, надо принимать очень простое, очень действенное решение. Порушить эти связи. Вернее, порушить эти договоренности. Выполнить легко и просто. Ну, не легко и не просто, имеется в виду, по движению, но легко и просто принять решение. Вот если бы те силы, средства, которые были сожжены в Орехове, в Бахмуте, сейчас бы завести в Донецк, мы бы уже Донецк освободили. И порушили все эти договорники, все эти подписанные документы Стамбульского саммита, которые до сих пор за них израильтяне держатся, и они их проталкивают, просовывают, потому что тогда этим занимался Беннет. А сейчас это уже другие израильтяне занимаются пропихиванием. Еще раз повторюсь, они сидят и у нас в правительстве, там израильтян куча, израильские паспорта. В России, в этих башнях Кремля, и, естественно, эти все израильтяне сидят в Израиле и, естественно, в Соединенных Штатах. Потому все эти договорники, ну, израильтянам, так, я как украинец скажу уже, ну, мягко, сверните в трубочку их всех. И дальше додумайте, что с этой трубочкой сделать. Вот куда бы я посоветовал вам это все запихнуть. Не будет этого. Не будет. Украина не сдаст свои территории. Украинская армия не сдаст свои территории. И украинская нация не откажется от своих территорий. Что бы вы там себе ни придумывали, этого точно не будет. Все дело времени, может быть, каких-то усилий, но мы вернем свои территории. А потом этих израильтян найдем и будем с ними разговаривать. Ну, с пристрастием, по крайней мере, потому что больше 100 000 человек у нас погибло.
украинцев погибло, больше 100 тысяч человек из-за этих израильских договоренностей каких-то. Разберемся. Пане полковнику, приблизно так, і може трохи м'якше, але приблизно так президент Зеленський на це ж питання про територіальні поступки відповів на фінальній прес-конференції у Вільнюсі. Він сказав, значить не ізраїльтянин, значить Зеленський українець. Наш, абсолютно так. Його відповідь була такою, що навіть якщо одне село, де живе один дід, одна людина, так, старшого віку, треба буде віддати в обмін на прийняття наше до НАТО, так, якщо такий компроміс буде, то ми і на це не підемо. Ми не готові торгувати своїми територіями. Така жорстка казак, відповідь. Казак. Все правильно. Тепер важливо дійсно, щоб дотримався таких слів, але декларує Зеленський послідовно цю позицію, що ми не будемо торгувати територіями. Поза тим, от ще одне питання щодо цієї розмови Нарішкіна і Бернса. Спливла ця інформація в російських пропагандистських каналах ТАСС, тобто офіційні державні агентства, їхні це вирішили розтрубіти, от саме зараз в контексті саміту у Вільнюсі, щоб показати, що якісь договорняки та існують. Розмова ця відбувалася у ході подій недопутчу Пригожина 24 числа, 24 червня, іюня. Зідзвонилися, і ми знаємо тільки російську версію, коментар їхній знаємо, так, того, що відбулося. Нібито Нарішкін, за його словами, розмова була про те, що робити з Україною. Отак. Тобто він прямо фактично вказав, що ми з американськими партнерами тут домовляємося, що з Україною робити далі. Це він так насолити просто хотів під саміт? Чи реально така розмова відбувалася? Ну, діло в тому, що і один розвідчик, і другий розвідчик. Два розвідчика друг другу вішали лапшу на уші, да? Проводили определені дії. Вони до чого-то, як розвідчики, вони до чого-то договорюються, а потім согласовують і проводять договоренності в житті. Так працює розвідка. Якщо до чого-то договорились, то разведка начинает выполнять эти задачи. Это немножко не те договора, которые проводят политики, барыги там, или финансисты, экономисты. Разведка чуть по-другому работает. Но, тем не менее, если что-то нужно, то как и ПСО это используется в том числе. Потому Нарышкин сейчас, естественно, как и ПСО, использует этот контакт для того, чтобы как-то, допустим, создать нервозность, по крайней мере. Ну ничего же он не создал, он что, новое что-то сказал? О том, что Бернс это человек, который передает туда и сюда какие-то посылы, ну такой передаст в этих всех отношениях. Это же все прекрасно знают, то есть ничего нового. Для кого он это, допустим, для нашей публики, неинтересно. Для российской, может быть, тоже неинтересно. Ну, для внутреннего потребления. Значит, скорее всего, это он все-таки хотел как-то уесть Бернса самого и сольнуть на американскую публику. Вопрос зачем? Ну, сейчас посмотрим. Может быть, то есть сейчас должен быть, это же называется, он называется подал мяч. Сейчас должен быть, то есть будут отбивать этот мяч. Вот посмотрим, как американцы его отобьют. Що ж, у нас залишається все менше часу, а тем цікавих дуже багато. Я хотів би тепер перейти до такої сенсації от цієї доби. Це інформація про відсторонення командувача 58-ї загальновійськової армії РФ, яка воює у Запорізькій області, а саме генерал-майора Івана Попова із позивним «Спартак», де він записав в стилі Пригожина, звичайно, цензурну версію, не таку емоційну, але аудіозвернення до своїх підлеглих офіцерів, солдатів своєї армії. Він називає там їх «мої гладіатори». Ну, доволі так цікаво, бо він же ж «Спартак», значить, і гладіатори мусять бути. І повідомляє про те, що він чесно розповів, прозвітував начальнику генштабу Герасимову про ситуацію на фронті, про те, що провалює російська армія контрбатарейну боротьбу проти української артилерії, що відсутня артилерійська розвідка, що значні втрати від ударів української артилерії і в живій силі, і в техніці, і так далі, і багато підрозділів потребують ротації, тобто їхнього відведення з передової, відпочинку до укомплектації. Як тільки він це доповів Герасимову, то Попова відразу за день
змістили з посади, прислали іншого генерала. Про що свідчить така реакція Герасимова? Як каже Попов, в ньому побачили якусь опасність, небезпеку. Чим може Попов з його правдорубством загрожувати Герасимову і чому його змістили? Герасимов болеет за «Динамо», а этот взял себе не тот псевдоним «Спартак», потому это давняя советская вражда. И как только сложилось, вот выместили. Потому, скорее всего, это именно так. А реально, там скамейка запасных серьезная есть. В количестве, не в качестве генералов, в количестве. Там этих генералов, что собак не резать в Монголии, то есть, вернее, в Корее. Потому там достанут, там тысячи этих генералов поставили, тут же, видите, поставили, заменили. Хотя, скорее всего, это все-таки зачистка, даже не зачистка, а восстановление вертикали управления. Пытается Герасимов после демарша Пригожина восстановить вертикаль управления и убирает хоть кого-то, даже близко напоминающего его, ему Пригожина и действия Пригожина. Это же начало действий. Как Пригожин начинал, вот так же начал и этот Попов. Потому как только такой момент засветился, тут же сразу убрали, чтобы этот генерал до Пригожина не вылез. Но как-то когда Пригожин не дошел до Москвы, я практически на всех каналах об этом говорил, еще за ним Пригожин показал направление действий. Хотите остаться живым, целую неделю начните хаять верхнее командование. Неделю. Он так и делал, Пригожин. Включился, реально начал, когда уже он перед выступлением. Неделю хаять верхнее командование, потом собраться, пойти на Ростов, а с Ростова двинуться на Москву. И в конце концов попадете в Беларусь, а потом опять с вами будут обниматься. Вот то, что сейчас и происходит. Ну, с Поповым, наверное, никто обниматься не будет, его просто убрали. Но пошел он по правильному пути, он остался сейчас жив. А вот, допустим, в штаб 58-й армии, когда прилетел Storm Shadow, вот там с генералом случился казус, умер. Говорят, и там несколько десятков офицеров штаба отминусовали. А потом еще, когда приехала туда Нацгвардия, туда еще прилетел еще один штурмшедов. Видать, заблудился, парой сначала шли. Сначала один пришел, а второй Кругаля дал это самое, и еще раз зашел. И накрыли еще и ОМОНовцев, по крайней мере, ментов, которые приехали. Так, там якісь кавказці, дагестанці приїхали з числа Росгвардії на те ж місце, де відбувся прильот, і повторний прильот накрив вже оцю Росгвардію. Так, це правда? Это ж проблема ментов. Они ж к войне ж никакого отношения не имеют. Они ж это ж не просчитывают, потому что как раз вот так и ловят вот таких лохов. А менты ж лохи в этом смысле в военном. Потому их вот так вот и ловят на вот таких вот делах. Потому и одна, и вторая команда ушла на небеса. Так вот, по поводу этого спасся, он остался жив. Не так, как эти генералы отминусовались. Ну да, выходит так, что Герасимов врятував ему життя відстороненням. Еще має дякувати Герасимову. Бутылку поставить 100%. Тут якраз історія в тому, що на що скаржиться цей Попов генерал. Він каже, що повністю провалена контрбатарейна боротьба. Але ж ми знаємо, що в Росії більше САУ, більше гаубиць, більше РСЗВ, всіх видів артилерії по кількості, по боєприпасах більше. Як так виходить, що вони зараз програють, як каже Попов, в одні ворота, якщо ми вже футбольні почали метафори використовувати, в контрбатарейну боротьбу українській артилерії? Чому так? І чи каже він правду? Чи він доповів правду Герасимову? Это правда. Он действительно доложил правду. Еще с 2014 года, во-первых, у нас лучшая, наверное, школа в мире, артиллерийская школа. У нас толковые училища и толковые артиллеристы. Я вот столкнулся еще в 2014 году, еще в батальоне Днепр-1, выполняли боевые задачи в районе Песок под Донецком. И там были артиллеристы от Бога, как у меня летчики
А летчики были от Бога. Бывали курсанты там без контрольных полетов летали уже вроде как это делали с рождения. Вот такие же артиллеристы у нас от Бога. Еще с 14 года. За 10 лет, естественно, эта школа 10 лет как раз и были артиллерийские Т-дуэли. Мы чем, в принципе, сражались в течение 10 лет? Артиллерией. Она работала по 400 километров фронта Донецкого 8 лет. И вот после того, как широкомасштабное наступление, в основном артиллерия все на себе вытаскивает. Потому у нас артиллеристы умницы. Это я говорю за людей. А теперь этим артиллеристам дали лучшие стволы. Ну, то есть технику, которая бьет дальше, бьет точнее, а еще самое интересное, дали очень хорошие контрбатарейные радары. Российская, советская техника артиллерийская, но она рядом не стояла с натовской. Дальность 7-8 километров дальше, скорость принятия решений при работе контрбатарейных радаров, ну, она российскую затыкает за пояс сразу же. Потому, естественно, в контрбатарейной борьбе россияне проигрывают там, где есть достаточное количество боеприпасов, техники и контрбатарейных радаров вот, по направлению. А сейчас чего-чего, а этого как раз достаточно. Недостаточно пока, я бы сказал, ну, не совсем достаточно количества боеприпасов. Вот почему нам и подвозят сейчас боеприпасы кассетные, то есть только из-за того, что нет достаточного количества основных типов боеприпасов 155-го калибра. Сейчас пойдут кассетные в работу. Сейчас наши хлопцы уже после первых выстрелов поймут, как правильно действовать, как правильно выполнять задачи. И, поверьте, такой будет фурор маленький для россиян. Они уже начинают к нему готовиться. Уже боятся выходить из бетонных укреплений, уже боятся выходить из лесов, из посадок. Леса, посадки, деревья, по крайней мере, спасают от кассетников. Это есть. И вот мы их сейчас загоним, они у нас как будут по этим посадкам, как черви там, закапываться, боясь выйти на поля или зайти в открытые окопы. Вот как раз из-за применения этих осколочных боеприпасов. Потому прав был генерал, когда докладывал Герасимову, все, можете крест ставить на преимуществе российского количества российской артиллерии. Ну, в такому випадку дійсно буде цікаво поспостерігати за тим, як розгортатиметься далі артилерійська боротьба. Чи справді цей сигнал Попова хто-небудь там в Генштабі Герасимова або його заступники візьмуть до уваги, спробують щось з цим зробити. Тобто досі фактор артилерії в нас залишається ключовим, я так розумію, в ході цієї наступальної операції. А по-другому никак, авиации ж нет. Тут была бы авиация, 50% это бы авиация на себя взяла. А так, получается, все, ну, больше 90% за артиллерию. Это как с прошлого века, с прошлого тысячелетия. Артиллерия – бог войны, ничего с этим не сделаешь. Що ж, ну тим часом бачимо ми новину про те, що передали найманці з Вагнера усю свою зброю, всю свою техніку, в першу чергу, структурам Міноборони, структурам Шойгу. І це танки, там багато танків, власне, це гради, це КАМАЗи, багато вантажівок. І, що цікаво, 2500 тонн боєприпасів. Ну і відразу ж російські ці воєнкори, яких вже приручили при Кремлі, такі вони вже тепер придворні собаки, почали гавкати. А бачите, Пригожин вимагав боєприпасів у Шойгу Герасимова, а в нього там завалялося 2500 тонн і мін, і снарядів, і всього на світі. Це багато чи мало? От я на вагу не можу прикинути, наскільки цього вистачить. Ну, в среднем, допустим, 50 килограмм боеприпасов в среднем. Ну, пусть чуть меньше. Ну, вот разделите 2500 на 50. Это 2500 на 50. Ну, не, это так, немало. Вернее, умножьте, разделите, да, на 50. То есть, это серьезный запас. Это как минимум недельный, 10-дневный запас работы чуть ли не целого направления части фронта. Он хорошо, это самое, пощипал российскую армию, к чему-то серьезному готовился.
То есть это такая, это довольно-таки, это практически эшелон. Ну, что такое 2,5? Эшелон боеприпасов 3000, то есть 3000 килограмм, 60, больше, 60 тонн в этом, в вагоне. То есть вот так серьезно, интересно он собрал. Но вопрос, опять же, к чему? К Пригожину. Ну, так к нему никаких вопросов. Он однозначно готовился, и он, естественно, складировал определенное количество боеприпасов. Много боеприпасов точно не бывает, потому ничего страшного. Ну, а чи вразила вас та кількість там танків, вантажівок, які відфотографували у міністерстві Шойгу і показали, що вони приймають від Вагнера? Там же ж маса озброєння. От і, власне, тепер що з Вагнером буде? Виходить, що вони голі боси, бо там у звітах Міноборони російського навіть вказано, що вони і стрілецьку зброю здали, не знаю, крупнокаліберні кулемети чи взагалі автомати здавали. І їх відправили потім під конвоєм подалі, так би мовити. Кому вони тепер такі потрібні? Чи потрібні вони Лукашенкові? Без зброї, без нічого, без засобів ведення війни? Діло в тому, що оружие можна купити. А от професіонала треба зробити, професіонала роблять время і бої. Потому если даже эта сила куда-то попадает, и там просто дело в денег, чтобы ее вооружить, эту силу. Потому я бы не сказал, что это там уж голые боссы в этом смысле. Это профессионалы, которые действительно показали свое профессиональное мастерство. Ну а то, что они железо оставили, так скорее всего им просто надоело его тягать. Решили походить пешком, пока, по крайней мере. Железо никуда не денется, его восстановить или передать мы проблема. Мы как раз залезо и покажем. Это танки, которые передали Минобороны вагнеровцы. Там есть целиком сучасні танки, даже Т-90 есть, ну и Т-80, само собой, 72-ки модернизованные. Ну и это только одна картинка, там, справді, купа складов с минами, с снарядами, КРАЗи, КАМАЗи, Урали, короче, кажучи, чего только они там не передавали. І ну, воно вражає все докупи. Справді, багаті скарби забрали у вагнерівців структура Шойгу. Ну, це розходний матеріал. Так от реально, це розходники, які, в принципі, будуть уничтожені. А от якраз в контрбатарейній боротьбі і в тих умовах, які зараз є на лінії фронту. От, смотрите, ми в сутки... В сутки двое рота танков уходит, мы уничтожаем до 10 танков за пару суток. Мы в сутки уничтожаем несколько десятков, 2-3 десятка боевых бронированных машин, ну то есть техники россиян. Бывает 3-4 десятка стволов артиллерии уничтожаем, это практически 2 дивизиона в сутки. То есть вот эта техника сгорит. А вот как раз техника сгорит очень быстро. Снаряды, да, снаряды, мины, эти, это, конечно, считайте состав техники, состав снарядов, да, это они будут как-то пользоваться. Но опять, все будет зависеть от того, с какой интенсивностью они будут использовать. По большому счету это можно сделать за несколько дней, если будет поставлена такая задача. Що ж, у нас буквально 2-3 хвилинки лишається на огляд таких тенденцій фронту, скажімо так, не можу вас про це не запитати. Так збоку виглядає, що ніби різкі якісь прориви, ми їх не спостерігаємо, тобто трохи уповільнилися темпи українського наступу, але гарячими ділянками, де відбуваються якісь процеси, залишаються все ті ж. Це Бердянський напрямок, це біля Токмака ділянка Оріхів, там П'ятихатки дуже останнім часом інтенсивно, це ближче до Васильівки, це якщо ми про південь говоримо. Ну і біля Бахмута все дуже активно. Що ви спостерігаєте, які у нас рухи і чи є шанс росіян на лиман прорватися? От мене це теж дуже цікавить, бо бої в районі Торського не затихають. Йде планомірна робота, іменно планова, планомірна, чому я говорю. Без авіації тільки так можна двигатися. По-другому, от ці всі там реалії, а зараз шашку на голові куди-то підемо, можна шашку на голові куди-то йти, якщо перед цим авіація поработала. Якщо авіації немає, то тільки така скорість по направленням. Видно два направления, где мы работаем. Это в сторону Мелитополя, в сторону, можно сказать, Азовского побережья между Бердянском и Мариуполем.
То есть вот там идут наступательные наши действия, проводятся, подготавливаются плацдармы для дальнейшего движения. Но по Мелитополю направление на Токмак, я бы не сказал, что оно будет приоритетным. Оно может остаться как второстепенное, но я думаю, все-таки основное действие будет происходить либо в сторону Азовского побережья, западнее Мариуполя или там восточнее Бердянска, то есть выход из-под Временского выступа, Угледара или Гуляйполя в эту сторону. Есть возможность, до сих пор она еще остается, форсирование Днепра, выход на Армянск, то есть в Крым. Хотя по поводу, допустим, если есть договорники, договоренности в Крым не заходить, то нет смысла тогда туда идти. Потому что не идти в сторону Крыма и остановиться на перешейках, это себе дороже называется, нет смысла. Тогда можно сворачивать все операции, собираться в районе Донецка и разрушать все договорники, которые где-то как-то были. Заходить в Донецк, именно там использовать силы, средства, которые есть сейчас, разрушить все договорники, а дальше передоговариваться только уже с нашим участием, потому что, скорее всего, все эти договорники были без нашего участия. А потом, вот, зайдя в Донецк, в Донецкой областной администрации, подняв там украинский флаг, вот туда пригласить всех все договаривающиеся стороны, кроме россиян. Их там не должно быть. Американцев, турок, немцев, ну, кто захочет договариваться, переговаривать, вот в Донецке садиться и там проговаривать дальнейшие движения и помощь для наших войск. Это будет оптимальный вариант. А район Бахмута очень правильное, грамотное сейчас действие происходит, потому что там выполняется первая задача любой армии. Мы уже неоднократно это говорили, уничтожение армии противника. Сырский, генерал Сырский под командованием генерала Залужного создали там полигон для уничтожения российских войск в Бахмуте, заняв господствующие высоты, расположив там артиллерию. Потому называется «добро пожаловать», такой с сарказмом для россиян, в Бахмут. А вот те действия россиян, которые сейчас происходят на Луганском направлении, они также прогнозируемы, так как только там они могут как-то полноценно наступать. Рядом Россия, ключо поставки короткое, движение еще сильных они на Купянск не начинали, они ждут прорыва своих передовых частей на Лиман через Торское. То есть вот это движение, вот этот язык, который сейчас движется в сторону Торского, который как только к Торскому подходит и касается, мы его постоянно уже, наверное, разок 5 или 7 отрезали. Фланговыми ударами с юга и севера мы эту голову отрезали. Потому сейчас посмотрим, ну, скорее всего, будет такой же вариант. То есть их просто отрежут с помощью артиллерийской артиллерии. И еще раз россияне откатятся, опять будут собирать силы и средства, чтобы опять в очередной, там, в десятый раз двинуться в сторону Торского. Этот процесс будет происходить, пока у нас не начнутся прорывы. Вот как только мы прорвем линию фронта, основную, допустим, в районе Старомлыновки, двинемся в сторону Бердянска, вот вся толпа с Луганска, вся побежит в сторону Маріуполя удерживать наші війська. Дуже вам дякую за такий бліц-аналіз. Дає він нам загальне розуміння картини. І важливо, що дійсно біля Торського ситуація контрольована. Бо багато хто, я думаю, з наших глядачів з тривогою стежить за подіями саме на Лиманському напрямку. Пане полковнику, величезна подяка за розмову. Як завжди, було змістовно, цікаво, багато нового, я думаю, пізнавального почули наші глядачі, наша аудиторія. Дякую вам ще раз за цю годину в ефірі. До свидання. Роман Світан був разом із нами. Я сподіваюся, вам сподобалася ця розмова. Якщо так, то не забувайте про коментарі під відео. Пишіть, що думаєте з приводу подій на фронті, саміту НАТО і всього, що ми обговорювали. Ставте лайки під нашими відео, під нашими розмовами і підписуйтесь на канал. Завжди раді вас бачити. До наступних зустрічей.